Здравствуйте. Программа про шоу-продюсер в процессе работы очень часто зависает, не реагирует, а иногда даже закрывается сама собой. Происходит это по многим и разным причинам, и одна из них – перегрузка программы стилями слайдов и переходов. Я же начну с конкретного примера. Есть у меня вот такие рисунки, картинки. Сейчас перетащу по-быстрому. Два слайда всего лишь. Кликаем два раза. Параметры слоя. Стили слайдов. Здесь все категории. Смотрю, у меня их 287. Ну, не так уж и много. И давайте по категориям. Базовый монтаж. Ну и вот на это, например, посмотреть, как это выглядит. Выглядит это вот так. Следующий. Вы все пересмотрели, проверили, что вам нужно, что вам не нужно. О себе скажу, что blur я сразу удалила все. И стили слайдов, и переходы. Блёр – это неясное, затуманенное, нечеткое, затемненное. Мне очень это не нравится, поэтому я удаляю сразу. Здесь все можно пересмотреть. Я уже сказала. Все проверить, что вам нужно, что вам не нужно. Отметили, записали даже, потому что многое на английском языке, многое непонятно. И теперь идем вот сюда, управление. Открывается новое окно в стиле слайдов. Все категории 284 их у меня, базовый, ну и по категориям, базовый монтаж 33. Вспышка камеры, титры, надписи и так далее. Улучшение изображений. Здесь пересмотреть не удастся. Единственное, есть значок, как это все будет выглядеть. Но как это действует в действии, это окошечком назад. На предыдущем шаге все было. И смотрите. Например, вот такое. Такой стиль слайда. Смотрим самый низ, вот здесь, мигает синим, желтым, я подвожу курсор. Saved in – программная папка, сохранено в программной папке. Можно нажать вот сюда, открывается сразу же диск C, программные файлы, 86 у меня, у вас может быть просто программные файлы, Photodex. Это та папка, где хранится про шоу-продюсер, в данном случае стили. И вот он выделен. Он выделен здесь у меня синим, и здесь же он выделен тоже. Я кликаю правой кнопкой мышки и нажимаю Delete. Обратите внимание, что вот здесь стоит значок администратора, вот этот. И у меня не просят подтверждения перед тем, как удалить. Это зависит от того, что первый раз после установки про шоу-продюсер я запускала ее от имени администратора. Программа это запомнила, и сейчас я могу удалять и добавлять что-либо без подтверждения. Если у вас появится дополнительное окошко, вы скажите «да». Нажмите Yes. Закроем. Здесь ничего не происходит. Можно попробовать нажать вот сюда. Удалить. Начинается, программа начинает диалог с вами. Вы действительно хотите удалить стиль? Да, я нажимаю ОК.
Программа мне пишет дальше. Стиль помечен атрибутом только для чтения и не может быть удален. Это не параметр про шоу, а атрибут файла стиля в проводнике Windows. Вы можете снять этот атрибут с файла, вот там, где мы с вами только что были. Диск C, Program Files, Photodex, про шоу продюсер, стили и вот такое название. Окей, я нажимаю. Мне программа пишет дальше. Является встроенным стилем. Встроенные стили не могут быть удалены, а только скрыты. Вы хотите скрыть этот стиль? Если я нажму «Да», то потом в проводнике Windows я его не найду для того, чтобы удалить. Поэтому в данном случае я не соглашаюсь. Нет. Таким образом, просматриваете все свои стили слайдов. И вот из этого окошка вы можете пометить очень многие, зажав клавишу Ctrl. Например, нашли что-то, что вам совсем не нужно. Ну вот блёр. Каким-то образом у меня появился. Обычно я все удаляю. То, что блёр, у меня все удаляется. Я нажимаю Blur, зажимаю клавишу Ctrl и нажимаю вот это. И нажимаю еще и вот это. Мне это не нравится. И я нажимаю удалить. Вы действительно хотите удалить три стиля? Да, хочу. Диалог продолжается. Вы хотите скрыть этот стиль? Нет, не хочу. Причем подтвердить нужно все три. Нет. Основные стили. Просматриваю. Вот тоже какие-то черные. Здесь можно посмотреть. Но только обозначение, как это выглядит. Мне он тоже не нравится. Написано «Сохранено в программной папке». Я кликаю. Вот он тоже выделен синим. Я кликаю «Удалить». Удаляется. Как бы удаляется. Но здесь ничего не происходит. Выделяем, зажав клавишу Ctrl, многие стили слайдов. Берем ножницы и вот так делаем для себя снимок экрана. Вот так. Файл. Сохранить. Сохранить на рабочий стол, конечно же. Под номером 1 сохранить. Это для того, чтобы не забыть, не потерять. А что же мы выделяли? Проходим по всем категориям. Просматриваем все. Все выделяем. Делаем снимок экрана. Закрываем. Идем в проводник Windows. На диск C. Program Files 86 у меня. Ищем Photodex, вот он, про шоу продюсер, находим стили, идем на рабочий стол, правой кнопкой мышки открыть в новом окне рабочий стол, ищем наш файл, нажимаем открыть, закрываем вот это окошко и ищем, где же у нас вот это было. Backdrop, Dark, Zoom. Ну, вот это. Нашли. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Считаем, зажав клавишу Ctrl. Два, три, четыре, пять, шесть. Отпускаем клавишу Ctrl. Нажимаем правой кнопкой мышки «Удалить». Спрашивают, вы действительно хотите убрать эти шесть наименований? Да, хочу. Все, удалены. Закрыли. Это тоже пока закрыли. Это тоже закрыли. Окей. Теперь будем удалять переходы. С переходами немного по-другому. Вот здесь все переходы. Их у меня аж 472. И тоже по категориям. Для того, чтобы войти в переходы управления, установленные переходами, нажимаем вот это колесико. Открывается новое окно.
переходом. Ну, давайте возьмем базовые, тоже просмотрим все. Если нажать, то можно видеть, как это выглядит вот здесь. Как это работает, отсюда не видно. Это окошечком назад. Пересмотрели, выделили, зажав клавишу Ctrl. Взяли ножницы, сфотографировали. Или записали, как вам удобнее. Смотрели. Блок. Это какие-то личные. Fly in, fly out. Влетай в и вылетай из. Это редактирование картинок. Модный всплеск вниз. Saved in program files. Давайте. Вот она. Можем удалить. Но здесь ничего не произойдет. Если вы нажмете вот здесь удалить. Смотрите. Вы действительно хотите удалить переход? Да, хочу. Снова пишет. Помечен атрибутом только для чтения и не может быть удален. Это не параметр про шоу, а атрибут файла стиля в проводнике Windows. Вы можете снять этот атрибут с файла и знакомая нам папка. Диск C, Program Files, Photodex, про шоу продюсер, переходы. И переход такой-то. Окей, нажимаю. И снова меня предупреждают о том, что он будет скрыт. Но если он будет скрыт, то я не смогу найти его в проводнике Windows. Поэтому, для того, чтобы удалить. Поэтому я не хочу, чтобы он был скрыт. Здесь я также выбираю все то, что мне не нравится. Зажав клавишу Ctrl. Здесь, смотрю, это будет выглядеть вот так. Лучи, ну, например, вот эти, мне не хочется. К примеру, вы выбираете все, что нужно вам. Берете ножницы и снова делаете снимок экрана уже под номером 2. Единичка у нас уже есть. Теперь двоечку, тоже на рабочий стол. Здесь что? Передвижение как 3D. Тоже можно видеть, как это примерно выглядит, пересмотреть. Как это работает, отсюда не видно. Также зажав клавишу Ctrl, что все, что вам не нужно, вы выделяете, фотографируете. И под номером 3 уже сохраняете на свой рабочий стол. Отсюда удалить не получится. Программа снова с вами начнет переговариваться. Если вы нажмете сюда, тоже ничего не получится. То есть здесь ничего не происходит. Это лист, как он поворачивается, разворачивается, как бы перелистывание листов. Patterns. Это шаблоны. Shapes. Это формы, очертания. Это simulations, симуляция, притворство. Это slides and pushes. Это скольжение. И push – это толкать и выталкивание. Это темы. Здесь есть сияние свечи. Это день рождения шары. Это любовь и сердца. Это ночь вне дома. А это свадебный. Сами решайте, нужно, не нужно. Это двухсторонние переходы. Тоже пересмотрите все. Решите, что вам надо, что не надо. Зажав Ctrl, выделите, сделайте снимок, чтобы не забыть, чтобы не переписывать. Это такое было. И wipes. Вытирать, стирать, смывать. Также пересмотрите все. Зажав клавишу Ctrl, выделите, что вам не нужно. Сделайте снимок под номером 4 или 5, или 6. И отсюда можно выйти, закрыть. Уже закрыть, уже опустить, пойти. Проводник, диск C, Program Files, Autodex, папка, в которой хранится прошел продюсер, вот он, Transitions, это переходы, нажали, открыли, смотрели, Back, Drop, Dark, ищем, где это такое у нас было, вот я уже и удалила, но уберем, откроем вторую, здесь просто. Это у нас мороз. Frosted Screen Up. Вот это. Зажав клавишу Ctrl. Вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть всего. Два, три, четыре, пять, шесть. Опускаем клавишу Ctrl. Зажимаем. Нажимаем правой кнопкой мышки. Удалить.
удалить 6 наименований. Да, удалить. Удалилось. Это тоже удалим, чтобы не мешалось. Теперь нужно перезагрузить компьютер. Но удаляли всего много. Но не спешите сразу нажимать кнопку «Пуск» и «Перезагрузка». Сначала откройте корзинку мусорную. Смотрите, что здесь. Сколько стилей, сколько переходов. Вот это все сначала нужно удалить из корзинки. Существует мнение, что при запуске программы про шоу-продюсер она может подхватить это из картинки и вернуть все свое себе. Я не знаю, как это происходит, как такое возможно. Я судьбу не испытывала, я удалила отсюда 51 наименование. Вот теперь я закрываю корзинку, иду, кнопка «Пуск» вот здесь, и перезагрузить компьютер. Сейчас я этого делать не буду, чтобы не терять время, а вы сделайте обязательно. Запустите ваш прошоу-продюсер и посмотрите, что получится. Если как у кого-то, как у меня, 470 стилей переходов, это не страшно. Если же кто-то озаботился более 1000 переходов и стилей, придется поработать. Но, уверяю вас, это того стоит. Удачи всем! С вами была Лилия Бартова. Пока!